Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Русы – основатели всех империй». Спасибо моим подписчикам и зрителям, которые мне предоставляют интересные ссылки на ту или иную информацию. Вот и хочу я вам показать одну из них. Прислали мне вот такой вот интересный материал. Называется «Основатели всех великих империй прошлого. Люди белой расы». Автор, значит, маленько тут постеснялся. Нужно называть вещи своими именами. Материалов я уже вам предоставил огромное количество, что русы-скифы и тире, как настолько не называли. Везде фигурируют Африка, Азия. Я вам уже много роликов. Казаки нарисовались везде, даже в Египте. Ну ладно, давайте начнем читать. Есть в Турции небольшой городок. Называется Сюгут. Знаете, ребята, мне почему-то... Я проживаю в городе Сургут. Мне почему-то сразу это напомнило про мой родной город Сургут. А так как в последнем своем ролике автор Кадыкчанский рассказывает там, что все эти русские названия перешли с севера туда, значит, на юг, в Европу, приводит там огромное количество этих всех топонимов, или как они там называются, неважно. Ну ладно, поехали дальше. Городок совсем крошечный, но для турок очень важный. Именно здесь, как считается, зародилась Османская империя, которая просуществовала более 600 лет, с 1299 по 1922. Здесь же родился сын правителя Эртугрула, Осман I, 1258, который основал империю и династию своего имени. Турки построили музей Эртугрула. Вот, значит, фотографии. А рядом с ним небольшую галерею бюстов практически всех основателей империй, какие только известны в мире в настоящее время, на которых выбиты года существования этих империй. Вот, значит, фотографии этого памятника. И вот они, значит, основатели этих самых империй. И автор здесь показывает, что все они почему-то с русскими мордами. Есть там и Батый, основатель Золотой Орды, и Атила. К Атиле сейчас в конце ролика мы как раз и вернемся. Основатель Гуннской империи Тимур Тамерлан и Бабур, основатель империи великих моголов, и другие, и многие другие. И что самое интересное, все они имеют европеидную внешность, как, впрочем, и сам основатель Османской империи и его отец. Эртугрул Гази. Вот он. В самом деле есть такое сходство. Работа современного турецкого скульптора Батухан. Бюст Батыя, основателя Золотой Орды, Сюгут, Турция. Бюст Бабура, основателя империи великих моголов, Сюгут, Турция. Бюст Атилы, основателя Гуннской империи, Сюгут, Турция. Бюст Бумын Кагана, основателя Тюркского Каганата. Бюст Алтегина, основателя династии Гизневидов в Афганистане. Бюст Пану, основателя Гуннской империи. Тимур. Бюст Тимура, основателя империи династии Тимуридов, со столицей в Самарканде.
На фото мы видим бюсты Бабура, основателя империи великих моголов, Атилы, основателя Гуннской империи, Бумын-Кагана, основателя Тюркского каганата, Алп-Тегина, основателя династии Гезневидов в Афганистане в X веке нашей эры, и Пану, также основателя Гуннской империи, но за 300 лет раньше, чем Атила и других. Однако это можно считать современные изображения, хотя, как говорится, турок никто за язык не тянул, и они спокойно могли наваять императоров какого угодно восточного или монголоидного типа, но почему-то этого не сделали. Интересно, подозревают ли турки, что изобразив основателей всех империй Евразии белыми людьми, они тем самым нарушили все либеральные законы демократии и толерантности, навязываемые паразитами всем народам, совершили чудовищное преступление дискриминации всех остальных рас. Надеемся, что все это они делали вполне сознательно, дабы не погрешить против истины. Легенды о белых людях. У большинства народов Евразии, имеющих монголоидные или даже ближневосточные черты, есть внутренние легенды, согласно которым они либо сами в далеком прошлом были белыми и светловолосыми, либо жили под покровительством белых и светловолосых людей, являющихся истинными хозяевами всего севера евразийского континента. Если под этим народными преданиями реальная научная основа, какие территории в прошлом занимали представители белой расы, правда ли, что они составляли научную и административную элиту большинства древних государств? Проект «Достояние планеты» представляет документальный фильм, в котором обобщены предания многих современных народов и народов о древнем племени светловолосых правителей и воинов. Вот этот, значит, фильм вы можете посмотреть вот на этом сайте. Так, давайте теперь, значит, вернемся, и я вам покажу интереснейшую, ребята, книгу. Я вам прям настоятельно рекомендую ее прочитать. Атила. Вот он. Бюст Атилы, основателя Гуннской империи. Давайте, значит, перейдем к этой замечательной книге. Вот так вот она называется. Она на 75% художественная. И на 25% документальная. Гунны. Эпоха великого переселения народов. Исторический роман из жизни славян 4-5 столетий. Все великое просто, все простое велико. Изречение мудреца. И К. Кондратьева. Давайте я вам коротко, чуть-чуть, маленько тут зачитаю. Как раз к теме вот этого вот поста. Давайте перейдем. Так, в гуннах все справедливо и основано на исторических данных, которые в большинстве случаев, благодаря их простоте, бывают занимательны самих чудовищных и самых игривых вымыслов. Говоря это, я разумею читателей, которые хоть насколько-нибудь интересуются историей своей родины, а не тех, которые ищут совсем другого рода романов. Бог с ними, с этими читателями. Для них довольно есть книг, и у всех тех издателей, которые выпускают книгу в один размах или подделывая их под другие, имеющие успех книги, или давая вовсе не то, о чем гласит обертка, или же просто бьют на требования минуты, набивая книжонку всяким дешевым вздором. И я даже не старался в гуннах для оживления страниц придать им бойкую размашистость, столь естественную в подобного рода романах. Мой роман также прост и может быть также занимателен, как проста и занимательна взятая мною эпоха народного движения. Если повествование мое попадет в руки первых читателей, мне думается, что они прочтут его, если не с удовольствием, то по крайней мере с любопытством. Если же попадет в руки вторых, прошу их не утруждать себя чтением и отложить роман в сторону. Всякому свое. Ив Кондратьев. Так, поехали. У нас берут тяжелую дань. Берут все, что мы имеем. И хлеб. И одежду,
и питье. Берут у нас в неволю красавиц дочерей, сыновей, подростков. Все у нас берут. Что же нам делать? Куда нам деваться? Ежели мы должны погибнуть, ужели племя наше должно исчезнуть навсегда? Будли остановился. Толпа поняла. Он требует ответа и загудела. Нет, нет, батя, не должно исчезнуть племени нашему. А коли не должно, так слушайте же меня, старика. Что я скажу вам? А вот что скажу. Племя наше, великое племя, нет племени равного ему. Племя наше существует более 4000 лет. Мы вышли из далекой земли, с востока, и поселились здесь, когда еще здесь никаких народов не было. По сказаниям наших мудрецов, по сказаниям святым и истинным, мы вышли из Индукуша. Родоначальниками нашего племени были парси, народ сильный и воинственный. Мы не одни оттуда вышли. Оттуда было 16 выселков. Наш выселок был 17-м. Но все эти 16 выселков произвели народов недостойных. Первый выселок. Первый выселок было в Бактрию. Но там народ узнал непотребное, годливое зло. Мужи сожительствовали с мужами, жены с женами. Второй выселок построил город Сагду, богатую домашним скотом, и скоты были ему дороже жен. Третий выселок основал город Мердь, там любили мальчиков. Четвертый выселок основал город Балх, там любили неподвижность. Пятый выселок основал город Нису, но там злой дух научил людей считать Бога приходящим. Шестой выселок основал город Эрат, но там люди начали заниматься набегами. Седьмой выселок основал город Векерет, там начали казнить вертящимся орудиями. Восьмой выселок основал город Урву, но там злой дух ввел богинь любви. Девятый выселок основал неведомый город, где злой дух ввел грех, не имеющий прощения. Десятый выселок основал город Герехт, но там злой дух ввел сожигание трупов. Одиннадцатый выселок основал город Геймиот, но там народ предался колдовству, и у него было 4 ложных мудреца, увлекших многих к превратным понятиям. 12-й выселок основал город Раггу с 3 пригородами, но город сделался там упрямым и лжив. 13-й выселок основал город Чехру, но там люди, как и в Герехте, вели сожигание трупов. 14-й выселок основал Верену, но там люди ввели веселые дома женщин, которые выманивали у мужчин деньги. 15-й выселок основал на 7 индах, но злой дух ввел там похотливых женщин, от которых произошли болезни. 16-й выселок основал Рангу, но злой дух навел на него жителей его сильного властителя, который обирал у них деньги. 17-й выселок основал город Венету. Венды произошли от этих выселенцев. Но у нас нет грехов, наших собратьей. Мы только трудимся, меняем свои товары и люди, и любим играть на гуслях. И вот тут, значит, идут ссылки. Древняя Нисса, а ныне Ницца. Вторая. Может быть, это Арат, который находится в Малой Азии. Мужеложество. Герет в азиатской Турции. Название это напоминает Чехию. У чехов существовал обычай сожигания трупов. Чехи даже поклонялись огню. В Азии город Варанаши
В Иллирии Воронаж, в Италии Верона. Наш Воронеж, который из этих городов определить трудно. Может быть, это славянское племя Ранны, которое когда-то было богато, сильно и устрашало всех в битвах на воде. Вот такая вот интересная книга, ребята. Очень рекомендую ее прочитать. Она просто невероятная, потому что она написана художественно и дополнена документальными материалами. Отличная книга, читайте на здоровье, ссылку оставляю. И.К. Кондратьев, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, буду показывать вам много интересных документов. До свидания.